очень понятно. Ну давай, мы просто еще чокнемся. Да мы уже чокнулись давно с Сашей бывшим. Когда я просто бывший кретин. Ладно, мы не видим. Надо в память усопших как раз какие-то несуразные. Ой. Где-то покажи. Вишенки на торте, блядь. Ой, главное, чтобы таких вишенок не было. В общем, как-то вообще непривычно. Не будут. На штрафных уже. Ой. Так, осталось мне, короче, скопировать у тебя косы. Да. Я вот должна это достать. Да, обязательно. Чуть позже. В отношениях. Что ты говоришь? Тот самый момент, когда просто без слов все понятно и как обычно. Что вам рассказать? Ой. Давай подтупим просто камеру. Короче, Наська сказала, что завтра будет готовить суп. Суп из семи. Из семи картошек. Он их говорит название сыпа. У него нет названия. Это просто суп из семи картофелин и так далее. Суп из семи залуп. Наська завтра приготовит. Да. Вот, а как она его будет готовить, мы вам покажем мы чуть позже. Наши танцы, мы же танцевать не умеем. Раз, да, можно просто поржут. Подвигаться, потом закономая жизнь. И все. Нет, мы уже чокались и не выпили. Да мы чокнулись уже, давай. Я-то выпила. А, ты не пропускаешь штраф. Рисуем картины того, что нет и не будет никогда. Вот это вы в инстаграме в постели, вот это вы под названием Real Life. Мы так боимся сказать себе, ты не тот. Мы так... Я тоже его не люблю!